Что такое физиология развития школьников и зачем она нужна современному педагогу? Физиология развития школьников позволяет нам получить те знания, которые нам необходимы при организации учебного процесса. Сейчас очень много детей, которые имеют особенности развития, имеют слабое здоровье, либо требуют тщательного подхода к процессу обучения. Все это вы сможете узнать на нашем курсе. Переходите по ссылке ниже, и вы сможете организовать свой процесс обучения таким образом, что он будет полезен не только интеллектуальному развитию, но и физическому